Сегодня для 22 выпускников школы номер 9 поселка Чертинский наступил самый волнующий и незабываемый день. Последний звонок – это только до свидания родной школе. Свое «прости-прощай» они скажут на выпускном. Это, наверное, наша вторая мама, как говорится, по ней будем скучать больше всего. Ну а также отпечаток сердца оставили все учителя, поэтому каждый из них нам дорог, каждого мы любим. И слезы пока что с глаз, наверное, к вечеру. Среди нынешних выпускников три призера различных городских конференций, один участник областной олимпиады. Словом, ребята целеустремленные, а потому все они уже определились с выбором профессии. И в понедельник на единый государственный экзамен они выходят со всей ответственностью. Жалко, ну, классного руководителя. Она больше всех сегодня с утра плачет, уже голова болит. Ну, как, 11 лет, все, конец, дальше институт. Двигаемся дальше. Попрощаемся со школой, надеюсь, дальше будем в университет Томский поступать, проблем не будет. Надеемся. Так что. А сами помните, как школу заканчивали? Да, я себя точно помню, как я заканчивала. Нет, 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 нет. Быстрее со школы нам хотелось убежать. Вот им сейчас то же самое. Быстрее со школы, взрослую жизнь, а потом начинаются слезы другие, взрослые уже. Высшее образование – это то, что ценят сегодня сами дети, родители, работодатели. Для девятиклашек нынешний последний звонок – только репетиция. Большинство из них прощаться со школой будет лишь через 2 года. Коллективы Дома культуры «Горняк» сегодня поздравляли выпускников творческими номерами, а почетные гости – добрыми напутствиями. Зазвучит последний звонок. Опустеют классы. И школьные годы чудесные станут историей ваших биографий. Я бы хотел, чтобы были светлыми страницы воспоминаний ваших о том, как вы здесь учились, дружили, взрослели. Пусть в вашем сердце сохранятся добрые воспоминания о тех, кто вел вас этими путями знаний о ваших дорогих и замечательных учителях. Этот концерт и пожелания будущих первоклашек, для которых последний звонок прозвучит лишь в 2022 году, далеко не последний подарок 11-классникам от родной школы, городских властей и предпринимателей. Компания «Билайн» вручила выпускникам сим-карты, чтобы всегда оставаться на связи с одноклассниками, а коллектив шахты «Чертинская Южная» – сладкие подарки. Не менее трогательным было прощание и у выпускников Бабанаковской 30-й школы. Напутственные слова выпускникам сказала замглавы города Елена Кокорина. Момент расставания навсегда запомнится этим ребятам и их наставникам, которые пожелали друг другу счастья в этом мире большом.